Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Павло Латушко, це заступник керівника об'єднаного комітету Кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Пане Павле, радий вітати, радий бачити вас. Вітаю вас. Дякую, що знайшли для нас час. Після чуток про тяжку хворобу диктатора Лукашенка, він зрештою з'явився на публіці. І це породило безліч мемів навіть, тому що виглядає він, насправді не дуже, і з того, що ми чули, також не все гаразд. Що з Лукашенко? Я ось хочу, до речі, поглядіти, його сьогодні опублікували з димки чи ні? А ні, ну вже опублікували, да? Глядіть, так, справді ми відомо, що він хворий, що він больной, що він заболел ще до 9 мая, і фактично май місяць показав, що у нього практично відсутствовали публічні зустрічі. В последующем, я думаю, благодаря тому, що ми вместе з вами, средства масової інформації, політологи, політики, почали дуже активно обсуждати, а в якому він состоянии, жив він, пацієнт скорее жив или мертв, помните, известный мультик, кажется, советский такой был, да? И это спровоцировало его на то, что он должен был на это отреагировать. И поэтому вчера он появился на публике в Центре управления противовоздушной обороной ВВС Беларуси, где заслушал доклад. Находился там очень коротко, меньше одного часа. По его внешнему виду видно было и по голосу, который потом показала пропаганда, было видно, что он действительно болен. Мы понимаем, что у него сильная вирусная инфекция, которая дала определенные осложнения, но осложнения не критического характера, никто и не говорил, что это может привести к летальному исходу. Конечно, при определенных обстоятельствах это могло бы произойти, но вместе с тем, те сведения, которые нам поступали, да, это влияет на отдышку, это влияет на голос, это влияет, может быть, на сердце, но говорить о том, что это могло привести к кризису со здоровьем, не приходилось. Он появился на публике. Сейчас мы знаем, что ему дают противовоспалительные, ему ставят капельницу, то есть его продолжают откачивать или, скажем так, убирать болезнь медикаментозно. Знаем также о том, что его главный врач, вернее, его бывшая гражданская жена, у которой у них вместе сын Николай Лукашенко, она является одновременно главным врачом правительственной клиники, она была против того, чтобы он появлялся на публике, этому возражала и служба безопасности его, но вместе с тем он принял решение, потому что увидел риски. Отсутствие диктатора, больной диктатор, это всегда дает очень такой критичный сигнал внутрь белорусского общества, любого общества. И все начали действительно обсуждать, а если завтра его нет. Кстати, сама история очень в этом плане хороша, потому что всей системе, выстроенной вокруг него, был импульс. Если его завтра нет, а что будет с нами? Це дуже гарне питання, до речі. А якщо його завтра нет, що буде далі? Так? Тому що пані Тихановська, наприклад, я так розумію, що інші лідери опозиції, вони закликали розглядати інші сценарії на випадок смерті Лукашенка. Що це може бути за інші сценарії? Як потрібно згуртуватися, щоб, наприклад, отримати владу легітимним шляхом, яку незаконно здобув Лукашенко, вчасно, а не запізно? Як це може бути? Легитимность здесь заключается в том, чтобы вернуть легитимность, потому что сегодня организовать выборы в Беларуси и легитимно обеспечить реализацию этих выборов демократически и получить демократический результат просто невозможно. Мы понимаем с вами, что столкнутся фактически два сценария базовых. Один сценарий, это который будет проводить Москва, опираясь на элиту, группировку, сосредоточенную вокруг Лукашенко. Второй сценарий, это сценарий демократических сил. Если мы говорим про первый сценарий, здесь наиболее реальный вариант следующий. В соответствии с Конституцией, которую Лукашенко сам же и поменял в прошлом году, 27 февраля, как раз после начала второй фазы войны, он сфальсифицировал, понятно, белорусы не голосовали, тогда было, кстати, очень много людей задержано на улицах, они выступили в поддержку Украины против войны. Так вот, в соответствии с этой Конституцией он поменял, что вторым лицом в государстве уже не является премьер-министр, а председатель Совета Республики, так называемого парламента Беларуси, Верхней Палаты Парламента, Наталья Качанова. Наталья Качанова я знаю с 2010 года примерно,
она тогда была председателем Новополоцкого райисполкома. И я помню, как она на приемах, на мероприятиях официальных, там потом какой-то обед, она очень любила обслуживать всех, подносить тарелки, вилочки, ложечки, салфеточки, показывать свои знаки внимания, что она просто настолько позитивна ко всем. То есть была такая служанка, я могу четко, вот у меня такой образ остался. Потом я с ней встречался как с вице-премьером, она проводила часовые беседы, да, и уже тогда начали проявляться эти черты властолюбия. Но когда она уже стала главой администрации Лукашенко, все, это, как говорят, крышу снесло. То есть для нее существует только один человек на земле, и это не муж. Это усатый товарищ по фамилии Лукашенко, которого она слушает всегда стоя. Всегда, когда он к ней обращается, она встает. Она говорит «да». Точно, будет сделано. Она готова принять любую задачу, которую скажет. Кстати, она ответственна за подавление протестов в Минске. Она была помощником Лукашенко по Минску и координировала всех силовиков, которые применили просто жесткую силу и были погибшие на улицах Минска. Так что она фактически может быть в перспективе обвинена в совершении преступлений против человечности и приведшим к значительным жертвам. Потом он ее переместил на Совет Республики. И вот сейчас это второй человек в стране. Но если это происходит мирным путем, например, как мирным, он умирает своей смертью, да, мирно, уходит в мир иной, тогда она номер два становится номер один. Если же это насильственная смерть, ну, кстати, не определено ни в одном нормативном акте, а кто будет принимать решение, он насильственно умер или мирно умер, ушел в мир иной, вот здесь возникает проблема, то тогда, в случае насильственной смерти, прописано это в декрете Лукашенко, в том числе, Совет Безопасности вступает в силу, но председатель на Совете Безопасности Качанова, но в Совбезе большинство силовиков, генералы, все министры силового блока, а там госсекретарь Совбеза Вольфович, ставленник Кремля, который закончил Кремлевку Московскую, Академию Генштаба Вооруженных Сил России. И фактически Россия единственная страна, которая имела и продолжает реализовывать стратегию в отношении Беларуси. Ни одна страна в мире, к сожалению, ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки такой стратегии не имеют. И русские поставили на двух лиц. Это Качанова и Вольфович. Качанова как представитель, скажем так, гражданских сил, а Вольфович силового блока, который будет контролировать. Ну а второй сценарий или второй фактор, который нужно учитывать, это белорусы. Как отреагируют белорусы на смерть Лукашенко, потому что все это ждут нестерпением. Это вообще, представляете, какая ситуация, что практически вся страна ждет, когда он умрет. Это вот столько людей желают, к сожалению, зла, но заслуженно в отношении Лукашенко. И вот, конечно, у нас есть алгоритм действий, который прописан. Все будет зависеть от мотивации людей. Будет ли этот срыв народный, выйдут ли люди массово на улицы. И тут сейчас идут дискуссии, выйдут или не выйдут. Вот внутри демократических сил все это обсуждают. Кто-то говорит категорически нет, потому что общество подавлено, общество репрессировано, активная часть уехала за пределы. Кто-то говорит, верит в то, что белорусы выйдут на улицы в связи с такой радостной новостью, как это кощунственно не звучало, смертью Лукашенко. Пане Павло, чи здається вам, що у цьому і є найбільша проблема? Коли Лукашенко, наприклад, помирає природньою смертю, тоді за Конституцією, я так розумію, через 70 днів мають бути проведені вибори. І при цьому Качанова якраз є ВО, що називається, так? Тимчасово виконуючий обов'язки. За інших обставин – Вольфович. Але чи вигідно Москві говорити, що Лукашенко помер власною природньою смертю? Тому що фактично це є запобіжником того, що люди Москви будуть, вибачте, рулити в Білорусі. І тоді буде, ну, тоді вся опозиція буде в такому стані, в якому є і зараз. Остання надія лише на народ. Смотрите, если он умирает не своей смертью, и опять же, это может объявить Совет Безопасности, даже не имея доказательств, они могут разыграть эту историю, да, то тогда... Да, приводится в состояние, как говорится, реализуется закон о чрезвычайном положении, и там прописано, в том числе и в этом декрете, на месяц объявляется чрезвычайное положение в стране. И все кадровые решения принимает именно Совет Безопасности. Он дает указания, он может снимать с должностей любое должностное лицо в Беларуси. Но в течение объявленного чрезвычайного положения не можно проводить выборы. Но чрезвычайное положение – это месяц. Но оно же
может быть преобразовано в военное положение. И если это военное положение, то тогда вообще о никаких выборах не идет речь. Соответственно, контролирует страну Совет Безопасности, силовики, которые уже куплены, перекуплены, перевербованы Россией. И Качанова, которая получила намощение в Москве. Ведь ее же свозили в Москву к Матвиенко Валентине. Она провела встречу с представителем Совета Федерации России. Ей подарили портрет сама Матвиенко, портрет Качановой, руки русского мастера, художника. После этого ее свозили в монастырь вместе с Матвиенко. Представляете, какой символизм? Они закладывают везде вот такой вот непонятный, ужасный символизм. После этого ей представили Лаврову. Это беспрецедентно. Все-таки, ну, я дипломат с опытом, член правительства. Я не помню, чтобы министр иностранных дел встречал главу парламента, в кавычках, парламента Беларуси. Значит, Лавров провел как бы такой... не знаю, проверку, да, на способности интеллектуальные. А что она будет говорить? А как она будет говорить? Как она будет себя вести? Я уверен, что он написал после этого справку Путину, Патрушеву и так далее. И вот они понимают, что силовиков, может быть, неправильный будет сценарий, человека в погонах поставить у власти в Беларуси. Ну, как-то это так выглядит некрасиво, да, не совсем правильно. Но при этом есть Вольфович, который будет контролировать всех силовиков и будет держать под контролем страну. А она будет как бы псевдоуправлять. И они разложили, кстати, стратегии. Ну, с точки зрения интересов России, они это очень правильно сделали. И это вызов нам. Потому что, а как мы на это можем среагировать? Когда объявляется военное положение, когда вообще ничего нельзя провести в стране. Оно и так нельзя, то а будет вообще ничего невозможно. Як опозиція буде в такому разі реагувати? Це цікаве питання. В этом случае я думаю, что, ну, я могу предположить. Мы, конечно, это обсуждаем сейчас и в переходном кабинете, и широко, достаточно широко демократические силы, различные инициативы высказывают разные точки зрения. Конечно, должно быть непризнание всего того, что происходит после 2020 года. Лукашенко не является легитимным представителем Беларуси. Он самопровозглашенный президент, он узурпировал власть. Практически произошло как бы отсечка. Прокопан ров. Уже после этого легитимную власть можно создать только на основании открытых демократических выборов при соблюдении международных стандартов и при наличии международных наблюдателей. Иначе это уже ничего не легитимная история. Значит, вопрос не признания всего того, что появляется и после смерти Лукашенко. Вопрос, что признать. И здесь вот как раз вызов нашим партнерам. Они в свою стратегию вписывают, например, признание Объединенного переходного кабинета и руководителя этого объединенного переходного кабинета, например, Тихановской, признание Координационного совета как более широкого представительства, правда, ну, пока гражданских инициатив, а не избранных депутатов, да, то есть, ну, какой-то институт, он должен получить признание, потому что вообще нашей главной задачей это создание двоевластия. Если мы хотим изменить ситуацию в стране, должна появиться альтернатива власти. Если появляется альтернатива власти, она борется за эту власть, и это нормально, потому что она борется не ради власти, а ради того, чтобы Беларусь стала демократической страной, чтобы провести первые демократические выборы после того, что происходит в нашей стране. Вот это главная цель. Во сколько сможем объединиться все демократические силы? Это вопрос. Выйдут люди. Следующее. Есть наши герои, которые сражаются в составе ВСУ. Конечно, очень много идет сейчас надежды и посылов к ним. Это калиновцы, это другие белорусские ребята и девушки, которые сражают за территориальную целостность Украины. Но они же в паблике тоже говорят, мы хотим освободить Беларусь. Могут ли они это сделать? Смогут. Как это будет трактовано с точки зрения международного права? Возникает очень много нюансов. И вот это все в алгоритме нашем как бы прописано. Но мы не можем открывать все карты, так как, например, мы не можем сегодня спросить ВСУ, в каком месте планируется контрнаступление. Согласны? Да. Так и мы не можем раскрыть, может быть, все алгоритмы наших действий. Розумію, пане Павле. Наступне питання таке. Чи, ну, наприклад, чи готує Лукашенко когось із незаконних наступників, так, після себе? І хто це може бути? Вольфович, Качанова, Віктор, це старший син Лукашенка, Головченко, здається, прем'єр-міністр, так званий прем'єр-міністр Білорусі. Чи бачить і розглядає він когось із цих людей?
Лукашенко – это человек, который всегда хочет иметь несколько вариантов. При принятии любого решения ему кладутся на стол, например, кадрового, три кандидатуры. Я помню, когда приходилось докладывать какой-то вопрос, даже четыре варианта приносилось. Ну, конечно, любой, кто пытается продвинуть свой вопрос, он кладет аргументы в тот направление, которое хочет, чтобы поддержали. Но это его философия. Он всегда говорил: никогда не кладите мне одно решение, покажите мне несколько. Поэтому, конечно, он готовит. Но мы должны понять главное. Лукашенко – это тот человек, который на земле любит только одно – власть. И себя во власти. И он никогда не отдаст власть. Действительно, он заберет эту власть с собой только в мир иной. Говорить о транзите с Лукашенко, даже если этот, рассмотрим вариант транзита, там говорят сейчас Всебелорусское народное собрание, он может стать председателем Всебелорусского народного собрания. Это возможно. Но тогда под это будет точно прописана вся компетенция управления силовым аппаратом. Потому что Лукашенко не рискнет отдать какому-то президенту X, будь то Качанова или под контролем Вольфовича, власть над силовиками. Тогда он теряет управление страной, контроль, и это для него недопустимо. Поэтому все вот эти формы транзита он может продать западникам, но он никогда не продаст нам, потому что к нему веры нет. Он будет делать это только для того, чтобы переместиться, если это рассматриваем как вариант, но контролировать дальше страну так же, как он контролировал, ни на сантиметр не уступив. Но он подготовил Качанову, ведь мы же видим, что раньше был Головченко номер два, премьер-министр, но он может поменять любого в любой момент, но стала на вторую позицию председатель Совета Республики, поэтому он ставит, скорее всего, на его. Может ли быть сын? Но я скажу, что здесь отрицательное погружение, потому что, или отрицательный взлет, надо сказать. Лукашенко, Виктор, он не пользуется никакой популярностью в обществе. Он копипаст отца в самом худшем исполнении. Человек, замешанный в этих схемах коррупционных, обладающий огромным капиталом за границей, офшорами, уворовавший столько денег в стране, не имиджево, не воспринимаемый обществом. Тут там надо будет просто сфальсифицировать не как с Лукашенко там 97%, тут надо будет 197% сфальсифицировать, чтобы он выиграл что-либо. Тобто така форма транзиту влади, як відбулась, наприклад, в Казахстані, Назарбаєв такая, вона в Білорусі виключена. Я думаю, что Лукашенко может, я сейчас будем спекулировать немножко, может продавать такой тезис западникам. Да, для того, чтобы уменьшить давление на себя. Ситуация критичная для него. Контрнаступление Украины приближается. Результат – победа Украины. Дестабилизация ситуации в России. Вопрос уголовной ответственности к Путину. И возникает вопрос уже о привлечении его, например, за депортацию украинских детей в Международном уголовном суде в Гааге. Преступление против человечности, когда уже подтверждены всеми международными организациями и Советом по правам человека ООН. Это следующий кейс, который попадает в римский статут, независимо от того, Беларусь подписала или не подписала это соглашение. То есть он понимает, что ситуация очень... Поэтому он и заболел в том числе. Представляете, вот у него кругом враги. Вот он фактически создал сам вокруг себя такое отношение. И он ждет, что ему отомстят. Он сам мстительный человек и думает, что ему отомстят. Но тут же не мести вопрос. Тут вопрос справедливости, ответственности в рамках закона, да, международного права. Поэтому он этого очень сильно опасается. Путину ордер на арешт выдали. Коли выдадут Лукашенко? Мы подготовили предварительный отчет, который мы передали украинским партнерам, в том числе в офис генерального прокурора Украины, по фактам действий Лукашенко и так называемого союзного государства Беларуси и России в депортации и насильственном перемещении украинских детей как на территорию Беларуси, так и на территорию Российской Федерации. Нами полностью показана, доказана схема принятия решений Лукашенко как председателем Высшего государственного совета, так называемого союзного государства Беларуси и России, его резолюции, бюджеты, документы, выделение средств, ресурсов, организация мероприятий по вывозу украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь и вывозу украинских детей с оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Он фактически является зонтиком для деятельности Путина по депортации и вывозу детей. Он прикрыл это союзным государством. И это было их совместная договоренность, в этом нет сомнений. Реализуется это через
постановление как высшего госсовета, резолюция, вернее, его как руководителя, постановление так называемого Совета министров союзного государства, который подписывает Мишустин, будучи по должности премьером России, одновременно возглавляющий это правительство так называемое, и реализует это госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, бывший посол России в Беларуси. Есть этому фотосвидетельство, видеосвидетельство, подтверждение, цель – переобучение, переобразование украинских детей. Следующее – это усыновление украинских детей на территории Российской Федерации. И нами подготовлен отчет, он уже представлен и в Европарламенте, представлен и в Совете Европы. Но первично мы, конечно, его передали украинской стороне. И он дополняется ежедневно. То есть вопрос. Наши юристы считают, что есть полное основание полагать, что достаточно reasonable ground оснований для начала следствий и преследования Лукашенко. Уже речь идет о преследовании Лукашенко. Но решение принимает, конечно же, прокурор. Мы консультировались с бывшим главным прокурором по обвинению за преступления, совершенные на территории бывшей Югославии, и он дал высокую оценку нашему предварительному отчету. Еще раз говорю, это предварительный отчет будет полный. Он состоит из двух частей – открытой и закрытой. Як ви думаєте, пане Павле, чи проводять певні консультації, певні перемовини з Заходом люди з найближчого оточення Лукашенка з приводу гарантій, наприклад? Чи це виключено? Я думаю, он не думает о гарантиях своей безопасности. Он не будет с Западом тут договариваться. Скорее, он может договариваться о гарантиях условно с Эмиратами, условно с Китаем. Это мы можем предполагать. Он, еще раз говорю, тот человек, который не представляет свою жизнь без власти. Поэтому гарантии какие? Гарантии, что он будет дальше править? Да, об этом могут идти консультации. Министр иностранных дел Олейник посещает и Швейцарию, и его замы посещают Вену. По некоторым сведениям, и он уже бывал в Вене, но это надо подтвердить еще эту информацию. То есть они пытаются коммуницировать для того, чтобы создать какое-то основание для того, чтобы откатиться назад. То есть типа вы нас неправильно поняли. Мы вообще-то белорусов не убивали, и мы их в тюрьмах не держим тысячами, и преступлений не совершаем. И вообще даже в агрессии мы не участвовали. Мы просто там мимо проходили территорию, сказали, ну, русские, заходите там и атакуйте Украину. То есть, знаете, это вообще, конечно, когда не вкладывается в голову, это тяжело вообще понять и осознать, какие аргументы могут употребляться сейчас. Но это просто вот как говорить на черное, не-не, это белое. Это белое, точно, но это черное, нет, это белое. Вот они ходят так и доказывают. Вопрос, что мы понимаем, что в европейской политике это работает, к сожалению, часто. Часто можно, продавался тезис в 15 году после начала вот этого первого периода оккупации Украины, войны, которую начала Россия, что Лукашенко гарант независимости, что он гарант суверенитета. И он пробует продать эту историю еще раз. Но он своими собственными руками поставил под полную угрозу уничтожение суверенитета независимой страны. Еще к этому совершил огромное количество преступлений. Чому санкції проти режиму Путіна і проти режиму Лукашенка не є співмірними? Это, конечно, неправильное восприятие роли Лукашенко. Неправильное. Мы говорили об этом с марта 2022 года очень активно. Ну, я могу за себя только говорить. 17 министров иностранных дел, замминистров, политдиректоров, с которыми я провел встречи, говорил тогда, нельзя допускать ситуацию, что будут санкционные дырки через Беларусь. Лукашенко всегда был контрабандистом 21 века. Он всегда, да, он продавал товары в интересах России, даже когда санкции по Крыму были введены. Помните? И он всегда это делал. И достаточно эффективно, успешно. Белорусские креветки, давайте вспомним. Да? Чего он там, устрицы производил. Все что угодно. Это просто байки, сказки, но это реальность. Это абсолютно реальность. Поэтому неравномерные санкции связаны с неправильной оценкой роли Лукашенко. Он, с точки зрения международного права, агрессор. Режим его допустил агрессию с территории Беларуси, и это агрессия. Он совершил преступление против украинского народа, и он совершает дальше, и в том числе, прежде всего, в отношении белорусов. Ну, не хочу тут вес ставить. Ну и белорусов. Ведь сколько погибло белорусов? Сколько сейчас пыток в тюрьмах? Сколько вынужденных мигрантов? Это, кстати, с точки зрения наших юристов, это все преступление против человечности. И они преследуются в рамках Римского статута Международного уголовного суда, вне зависимости от
того, присоединилась ли Беларусь к Римскому статуту или нет. Так вот, сейчас мы пытаемся западникам объяснить, что это ошибка. Вы боретесь, чтобы ограничить реэкспорт со стороны Азии. Даже заводится тема, сейчас слышали, наверное, Китай, Арабские Эмираты. Но опять Беларусь клином стоит. И Лукашенко удается выкручиваться, и не расширяются санкции для того, чтобы вот этот пакет мы в том числе готовили, как команда Народного антикризисного управления, наш санкционный блок, чтобы убрать все дырки санкционные. Но сейчас вступилось ряд лоббистов, которые пытаются изъять из предыдущих пакетов калийные удобрения, чтобы разрешить Лукашенко продавать калийные удобрения под видом того, что голод в мире, что якобы белорусские калийные удобрения спасут от голода. Нонсенс. Мы доказали по статистике ООН, что это полная неправда, не хочу употреблять других слов. Мы показали, что по калийным удобрениям последние контракты с понижением стоимости подписываются. И отдельное досье по нашему отчету по депортации украинских деток посвящено роли Беларусь-Калия. Беларусь-Калия – это главная база распределения украинских детей, приезжающих, которых привозят в Беларусь. Это их лагерь Дубрава в Солигорском районе Минской области. И этот аргумент мы передали опять всем партнерам. Если уже на этот аргумент они не среагируют и будут дальше лоббировать открыть рынок для белорусского калия в мире, я не знаю тогда, какие еще аргументы нужны нашим партнерам. Надеюсь, что это сработает. У Білорусі обмежили виїзд з країни для вищих політичних чиновників і силовиків. Чи відповідає дійсності ця інформація і що вона означає? Да, но эти ограничения были и раньше. Ну, например, я как министр не мог выехать за пределы Беларуси без согласия премьер-министра. Если мы говорим про высшие должностные лица, их у нас там по категории, сколько, 8 человек, кажется, это глава администрации, премьер, главы парламентов, Конституционный суд, управляющий делами Лукашенко, они только с согласия самого Лукашенко могли выехать. Силовики тоже, министры силового блока, только с согласия Лукашенко. Поэтому эти процедуры были. Если касательно рядовых чиновников, то если ты обладаешь государственными секретами, то только с согласия министра или заместителя министра, которому там уполномочен министр. То есть это было. Здесь речь о другом, что фактически КГБ получает право всем запретить. Неважно обоснование. Ведь никто ж не будет спрашивать, справку КГБ покажите, на каком основании вы мне закрыли въезд. Фактически они могут любому гражданину, который, например, по административным статьям привлекался за участие в протестах, они могут закрыть выезд. То есть фактически разделять семьи. Например, если кто-то эмигрировал, а это уже даже по данным Парламентской ассамблеи Совета Европы, может быть, 500 000 белорусов выехало за пределы с 2020 года. 250 до 500 тысяч, так оценивает Парламентская ассамблея Совета Европы. И мы считали, да, и это реально. То, что это не менее 250, это 100%, скорее больше. Так вот, и разделяют семьи. Они будут таким образом выманивать тех людей, которые выехали в Беларусь. Для чего? Как мы видим, они их сразу же задерживают и в последующем привлекают к уголовной ответственности. У нас даже был такой случай, когда вот эту комиссию создали по раскаянию, которую возглавляет генпрокурор Швед. Так женщина приехала, всех выдала, всем рассказала информацию, ее посадили на 4 года. Ну, вот это, кстати, ярчайший пример, как они себя ведут. Поэтому здесь речь идет прежде всего о том, что КГБ закроет и чиновникам, и активистам, и всем в любой момент выезд на полгода. В завершення хотів запитати, можливо, знаєте, дещо таке наївне питання, але от зрештою, давайте уявимо ситуацію, що зникає завтра режим Путіна. Що відбувається з режимом Лукашенка із Білорусі? І навпаки, якщо завтра зникає режим Лукашенка, що відбувається в Білорусі із режимом Путіна в Росії? Значит, первый вариант. Ну, вы разговариваете, конечно, с оптимистом. Я очень оптимистичный человек. Я верю, что это произойдет, и верю в то, что в этот момент, когда, например, исчезает режим Путина, белорусы также выйдут на улицу. То есть это будет действительно триггер. Потому что сегодня, когда мы дискутируем, например, выйдут или не выйдут белорусы в случае смерти Лукашенко, то все делают оговорку о том, что ну, Путин же силен.
он ведет русские войска и подавит, специфицирует протест. Мой аргумент, если, конечно, выйдет такое количество, как в 2020 году, то он не специфицирует, потому что, ну, это уже, конечно, русским нельзя их предусмотреть, что они сделают. Они могут стрелять, наверное, и в тысячи людей, но все же это такой, знаете, вызов общественный бросить перчатку. Выходит, например, 200, 300, 400 тысяч белорусов в Минске, а лучше миллион, и что, он начнет расстреливать всех? Ну, это нереальная история даже для этой России. Хотя можем здесь спорить, конечно, очень долго. Что они утворили и творят, это, конечно, нелимитируемо. Поэтому белорусы в случае, если нет режима Путина, да, они выходят на улицу. Да, это последние дни Лукашенко. Да, это заканчивается история Лукашенко. Это критично и это приведет к изменениям. В этом я убежден. Пане Павло, дякую вам за це интервью. Бережіть себе и до зустрічі.